Яндекс Ньюс. Программа «Встретились, поговорили». Здравствуйте. Сегодня проведу ее я, Олег Пека, Родион Золотарев за звукорежиссерским пультом. Знаете, вот сколько раз мы, когда говорим о Риге, каком-то перекрестке культур, перекрестке вообще каких-то мировых исторических событий, что здесь вот сходятся почему-то вот пути очень разных знаменитых, известных людей, и с Ригой связано очень много событий, которые потом каким-то отзвуком отдаются от Америки, Голливуда, России, Европы. И сегодня как раз мы поговорим вот об одном из таких событий. Это книга, которая называется «С русским балетом на край света». И мы поговорим, вот сегодня встречаемся с ее автором, составителем, журналистом и краеведом, писателем Натальей Кетнерой. Добрый день. Добрый день. И я сразу хочу сказать, что 1 декабря в 6 часов вечера в кафе книжного магазина «Полярис» состоится, ну, как бы представление, презентация этой книги, и разговор может быть продолжен, то есть если кого-то заинтересуют эти темы. Знаменитые русские сезоны Сергея Дягилева, они, ну, считаются, наверное, каким-то одним из самых наивысших достижений, вообще то, что сделало моду на русское искусство, потом ведь и художники, но вот и мода, и то, что было практически прорывом России в Европу, и Россия, на которую всегда, ну вот до этого ведь времени смотрели, как на какую-то дикую страну, некультурную, она вдруг стала эталоном, причем если брать балет, то, ну, простите, всегда европейский балет считался вершиной балетного искусства, и вот русские ухитрились на, можно сказать, чужом поле переиграть родоначальников вот этого вида искусства. Вот каким образом случилось так, что история вот русских сезонов Сергея Дягилева оказалась связана с Латвией? Вот чему это посвящена книга? Да. Как говорится, и как многие знают, сезоны Сергея Дягилева, они как бы известны, есть фонды, проводятся фестивали, много публикаций о том периоде, но а продолжатели идеи русских сезонов в Европе, Воскресенском или Василий Воскресенском или полковник де Базиль, практически нет информации. Как вообще вот эта тема возникла у меня? Это как бы совершенно случайно, и я потом уже, заканчивая книгу, поняла, что никаких таких особых случайностей не было. Все сложилось так, как должно было сложиться. Сначала я обнаружила, работая над другими проектами, над другими книгами, мемуары рижской балерины Ванды Гроссен. Ванда Гроссен, юная танцовщица, она ученица Александры Федоровой. Как известно, в 30-е годы, в 20-30-е годы прошлого века Александра Федорова одной из первых основала частную балетную студию, и у нее было множество талантливых учениц. Позже я скажу, кто еще был, но среди них вот Ванда Гроссен. Она попадает, как талантливая девушка, попадает в труппу полковника де Базиля, Василия Воскресенского. Сам по себе полковник де Базиль, почему полковник, во-первых? Да. Потому что он совсем юным человеком, молодым человеком ушел на войну, проявился такой героизм и воевал. И на Кавказе, и на Каспии, дослужился до полковника. В общем, храбрый, воинственный человек, совершенно далекий от балета. Но когда случилась революция, он, как и многие, попал в эмиграцию в Париж. У него была супруга, которая занималась балетом. Ну и, как и многие, оказавшиеся в эмиграции, он, конечно, остался без работы, на что существовать в то время. И он решил сначала делать концерты и представления с участием своих близких людей. У него это как бы получилось, и пошло-поехало. Потом он делал концерты даже для Шаляпина, организовав такую компанию «Цербазон» с довольно такими известными людьми на то время в Париже. И вот от маленького такого как бы частного предприятия у него возникает вот своя труппа и своя как бы
говоря современным языком, продюсерская компания. А когда умер Сергей Дягилев? В 1929 году. Именно полковник де Базиль стал тем, кто поднял как бы упавший флаг и собрал снова вместе воедино разбредшихся на тот момент участников русских сезонов Дягилева и стал таким активным продолжателем. И дело он поставил достаточно успешно. И в эту труппу уже на тот момент, 30-е годы, 37-38 год, попадает наша рижанка Ванда Гроссен. И как она пишет, в эту труппу мечтали попасть не просто сотни, или, там, а тысячи молодых девушек по всему миру. Вот это первый факт, который меня удивил, когда я нашла вот эти публикации в старом журнале. Они были разбросаны на несколько как бы, публикаций с продолжениями. А журналы это были какие? Это для вас, 37-й год. Ну, изданный в Латвии. На русском языке в Латвии. Читая их, потом сопоставив, стало интересно. Во-первых, мне показалось, что это достаточно уникально. Еще я даже не знала, я даже не соприкоснулась с историей полковника де Базиля или де Базиля. Сначала увлекли сами мемуары, вот путешествие рижской балерины в труппе этого полковника, а труппа имела несколько названий. Она была и русские балеты в Монте-Карло, и оригинальный русский балет. Ну, все это в книге, как бы вот эти названия. Это все приведено, как бы вкратце с историей, можно с основания до окончания вот этой деятельности, все это можно будет прочесть. Ну так вот, Ванда Гроссен попадает в эту труппу и, выезжая из Лондона, описывает свое путешествие, как их корабль, большой корабль «Молдавия», плывет через экватор, заходя в такие экзотические страны, по тем временам как бы редкие для европейцев, это и Шри-Ланка, и Бали, и Порт-Судан, и Индия. Очень интересно ее впечатление по Индии, где они посещают какие-то такие экзотические места. Но, кроме того, кроме как бы интересны сами описания этих стран, это сейчас мы все знаем, у нас как бы есть доступ к интернету, а тогда ведь ничего как бы, ну, трудно было вообще вообразить вот эту экзотику, вот эту природу, только исходя из книг и каких-то небольших иллюстраций. И вот такие яркие впечатления о стране, о природе, о людях, вот все это описывает Ванда Гроссен. И сначала мне показалось, как бы, почему бы не собрать вместе, издать маленькую брошюрку, какие-то найти фотографии ее, этой балерины Ванды, и на этом как бы остановиться. Просто сохранить для истории такой маленький увлекательный рассказ путешествия. Так я поначалу думала, но работая уже потом, я поняла, что это было только начало и фундамент, и потом нити протянулись настолько далеко, и к таким людям, это как бы такая, как бы, россыпь знаменитейших имен: Анна Павлова, Михаил Фокин, Ольга Преображенская. Это еще... все связано вот именно с ее... И все связано было с, вот с этим путешествием, именно с этим балетом полковника де Базиля, или де Базиля, мне все время поправляет, как правильно... Так вот, начиная уже эту историю, я делаю эту брошюру, как бы оцифровываю со старых журналов, обрабатываю, редактирую. Некоторые фразы было очень трудно прочесть, потому что это старые копии журналов. Но в журнале нет никаких фотографий. И даже если и были, но они совершенно такого ужасного качества, черно-белые, расплывчатые. Вот такой прекрасный рассказ о путешествии, но нет иллюстрации, нет фотографий. И в то время у меня переписка с коллегой из Москвы, Надежда Егорова, она сотрудничает с Домом русского зарубежья Солженицына. И мы, как бы говоря о своих профессиональных делах, она как бы мне жалуется: вот я жду от
Игоря Воскресенского статью о трупе полковника. А он сегодня не присылает, мне и не присылает. Вот, ну так мы как бы чисто в своей как бы кухню побеседовали, и потом я смотрю, чем я сейчас занимаюсь. Собственно, это то же самое. Я пишу: Надя, так у меня вот мемуары сейчас именно вот это первое такое как бы невероятное совпадение. И, конечно, Надя мне дала контакты Игоря Валерьевича Воскресенского, который оказался внуком полковника. Ох! Да, Василя. Я ему пишу на Фейсбуке, что вот такое дело, я обнаружила. Как раз это совершенно для вас будут неизвестные факты. Валерий Игоревич мне отвечает, что он рад, что вот найдена такая информация, тем более в Риге, в Латвии, не в России. Мы начинаем переписку. Я узнаю его историю, очень интересно. Он живет в Минске. Когда-то занимался музыкой, преподавал в Минском каком-то там техническом университете. И однажды в том же самом доме Солженицына он пришел на выставку и увидел портрет человека, на которого оказался удивительно как-то похож. И вот что-то, может быть, какая-то магия или притяжение. Он так внимательно смотрелся и увидел как бы себя. Он спросил, кто это, и оказался, что это его настоящий дед. У полковника было три жены. Первая жена, как я уже сказала, в Париже была балерина. Потом была вторая жена Морозова, тоже балерина. И это, сейчас я уже не скажу, но одна из жен, но он не был знаком со своим дедом, потому что отец, его отец, этого Игоря Воскресенского, внука, погиб во время Великой Отечественной войны, и, естественно, по отцу эта связь, а потом мама его вышла второй замуж, и, естественно, он эту информацию как бы не имел о своем как бы легендарном деде. Вторая или третья? Потому что вторая, значит, Нина Леонидова, а третья балерина Ольга Морозова. Вот я смотрю. Ну, если... Да, но тут, наверное, сложно сказать. Но... Здесь столько имен, столько биографий, что мне уже трудно. Первое. Но это уже не важно. Да-да-да, конечно, это конечно. Уже не важно. Просто вот такое открытие. И... А он тогда, получается, что он вырос и даже не знал, о своем великом не деде. Не знал, не знал. Вот все-таки как-то судьба так повернулась, что он должен был узнать. И узнав, кто это такой, что это такой легендарный, по сути, человек, легендарный продюсер, легендарный и очень талантливый организатор, потом я уже назову только некоторые цифры, он начинает собирать всю архивы и всю информацию. Он становится таким как бы... фанатично преданным вот этой истории. Он разворачивает переписку с участниками, еще живыми участниками труппы де Базиля или их с потомками. Собирает информацию. Он едет в Америку, он едет в Париж и потихоньку начинает собирать. Я извиняюсь, да. Я могу сказать, что да, это как раз-таки по первой жене все, вот Вера, да. Николаевна Воскресенская. Да, и как раз у нее родился сын Игорь. Который ушел на фронт и погиб, да. Вот в 43-м году, и внук, вот Валерий Игоревич Воскресенский. Да, вот, к сожалению, вот его не стало в мае. Да, вот это тоже печальный факт. Мы начали как бы сотрудничать. Валерий Игоревич прислал статью, публикацию, которую он собрал, как бы все эти факты, основные цифры, названия и участников, ну сколько он, потому что за эти годы, что существовала труппа, это примерно 20 лет. Конечно, огромное количество танцоров, хореографов, художников по костюмам с ним сотрудничали. Все, что он смог собрать, и вкратце вот эта публикация, то есть не публикация, а вкратце история, она
здесь, в этой книге. То есть, эта книга, скажем... Он успел прислать, это было конец апреля. Я ему выслала уже оцифрованные и наполовину сверстанные мемуары Ван де Гроссен, чтобы он прочел. Он сказал: Наташа, я ложусь в больницу, там у меня небольшая операция, как бы несложная, и как только буду более-менее на коне, мы продолжим работу. И, к сожалению, 3 мая этого года он ушел из жизни, там была врачебная ошибка трагическая, к сожалению. И как бы вот эта его работа остановилась. Но в тот момент я поняла, что все-таки моя миссия – эту книгу закончить. И поэтому эта книга, она посвящена, это посвящение ему, и вот эта работа как бы… Память о нем. Я хочу сказать, что просто вот эта книга с русским балетом «На край света», она является таким, можно сказать, сборником нескольких авторов. Вот это отдельные какие-то сюжеты, написанные разными авторами, в том числе вот и Натальей Кетман. Да, значит, как получилась книга и какова ее структура? Во-первых, это сама история от Валерия Игоревича Воскресенского, труппы полковника де Базиля. Потом идут мемуары Ван де Гросса. И опять же, как я уже сказала, не было фотографий. И я через Валерия Игоревича написала потомкам режиссера труппы на тот момент, когда Ванда участвовала, Яну Хойера. Потомки живут в Филадельфии, в Америке. И они мне прислали архивные фотографии. И опять же, все было так удивительно и для меня радостно, когда я поняла, что эти фотографии, они буквально все укладываются по тексту. Если Ван де Гроссен пишет: вот мы там после репетиций поехали на велосипедах, и у меня есть фотографии, где они на велосипедах. Мы пошли, мы посетили парк с скалами или там с птицами экзотическими. У меня есть эта фотография. То есть буквально все складывалось по тексту. Причем Ван де Гроссен в этом туре, а я не сказала, из Лондона, они ехали мимо этих всех стран в Австралию. На гастроли по всей Австралии. Это Сидней, Брисбен, а потом еще дальше в Новую Зеландию. Поэтому я использовала название Ванды, вот ее публикации с русским балетом «На край света». Новая Зеландия, это и есть тут край света. Так вот, она неразлучна с несколькими участниками труппы. Это Ян Хойер, как я уже сказала, режиссер, его супруга Наталья Броницкая, Мира Паркер, как бы звучит по-русски, Мира Димина, звучит Мира Димина, как будто бы русская девушка, хотя на самом деле она американка, Мадлен Паркер. Это то, что как раз брали русские псевдонимы? Да, да. А Мадлен Паркер – это отдельная история, конечно. Так вот, вот эти четыре человека, Наташа Броницкая, Ян Хойер и самая близкая подруга в том туре у Ван де Гроссен, это Нина Натова. А Нина Натова, это псевдоним, тоже она, Нина Захарашевич Капустянская. У них, у всех там псевдонимы, это, конечно, надо было еще вникать, искать по архивам, кто что из себя представляет на самом деле. Конечно, там была большая исследовательская работа проведена, и я писала, и мне там что-то подтверждали. Это и Австралия, коллеги помогали. Так вот, четыре человека. И по этим вот самым близким друзьям у меня уже потом уже в книге во второй части была... как бы повествование о том, как сложились судьбы близких друзей Ван де Гроссен. И это уже как бы шаг от прошлого к настоящему. И это тоже было, ну, очень увлекательно.
Ну вот мы как раз здесь подвесим интригу, и у нас будет небольшая пауза. Мы уйдем на новости, после чего обязательно вернемся в студию и продолжим нашу беседу. Микс Ньюс. Мы продолжаем разговор с писателем, журналистом, краеведом Натальей Кетнерой. Мы говорим о книге «С русским балетом на край света». И, может быть, для тех, кто только-только подключился к нашей программе, это история человека, который был продолжателем русских сезонов, Сергея Дягилева. И этот балет, который, эта труппа, которая дала более 4000 спектаклей, объездила 70 стран мира, гастроли дала в более чем 600 городах. В этой труппе были и наши латвийские балерины. То есть вот такая связь удивительная с Латвией, поэтому вот мы говорим о этой интереснейшей исследовательской работе, где и мемуары участников этого проекта, и воспоминания, статьи, исследования внука Василия Воскресенского как раз-таки тоже присутствует. То есть вот все-все это собрано с богатейшим. Мы, кстати, вот об этом все-таки все, мне кажется, зря не упоминаем. Напоминаем, что огромнейшее количество иллюстраций практически на каждое. Это очень хорошее издание, хоть и в мягкой обложке, но такой очень хорошей мелованной бумаги. И здесь большое количество фотографий, я так понимаю, более 200, да? Ну, чуть меньше, но много. Ну, порядка вот. Несколько. Да. Да, мы до перерыва остановились на лучших друзьях Ван де Гроссен, в основе которой есть ее воспоминания. В основе этой книги. И, как я уже сказала, во второй части как бы мое уже исследование, как сложились судьбы и самой Ванды Гроссен, и ее друзей, самых близкой подруги, в частности. Это Нина Натова. Вот, на экране, наверное, может быть, будет видно. Это Нина Натова. На самом деле, это Нина Захарашевич Капустянская. Она родом из России, хотя родилась в Польше. Это ее сестра Наташа Броницкая. Вот это, если видно на экране. Это все из архива семьи Яна Хойера, режиссера. И, как я уже сказала, многие фотографии буквально один в один укладываются в воспоминания. Если мы уже начали показывать фотографии, вот, допустим, это Новая Зеландия, в гостях у племени маори. А это, кстати, людоеды. Ну да, те, которые там чуть было в поисках капитана Гранта, мы помним. Да, и Ванда описывает, ну, как бы полушутя, полусерьезно, не съедят ли нас в знак высокой уважения. Экскурсии, да. В принципе, Наташа Броницкая, которую мы здесь видим, с Ниной Натовой, они были до того, как попали в труппу полковника де Базеля, они были участницы труппы Анны Павловой. И вообще, возвращаясь к началу книги, я могу сказать, что, думая, что будет книга только про Ванду Гроссен, ее воспоминания, на самом деле это оказалось уже в конце. Я поняла, что маленькая, как бы такая балетная энциклопедия, которая отражает 30-е годы прошлого века балетную историю как Российской империи, так и, в общем-то, Латвии, ну, которая была, в общем-то, в составе Российской империи. Это, как я уже говорила, россыпь знаменитейших имен и Анна Павлова, и Ольга Преображенская, и Наташа Броницкая. Когда я созвонилась и связалась с потомками Яна Хойера, я спросила, а кто был, скажем, лучшими учениками Натальи Броницкой уже после окончания балетной карьеры? И на удивление мне рассказали, что одним из самых таких знаменитых ее учеников был боксер Мохаммед Али. Неужели? Да. Оказывается, он... То есть порхать как бабочка как вот раз... Именно вот эта знаменитая фраза «порхай как бабочка и жаль как пчела», вот здесь это есть Мохаммед Али... Это пошло, вот эта танцующая, знаменитая танцующая боксерская, ну не походка, а как бы манера,
Это все от Натальи Броницкой. Он то время Мохаммед Али и, на самом деле, Кассиус Клей. Он целый год проучился у Наташи Броницкой. Помимо того, что эта книга как бы об истории балета, но это еще и трагическая, очень увлекательная история русской эмиграции. Как уже мы упомянули, здесь несколько очерков, и некоторые очерки мне прислали коллеги из Австралии, в частности, Владимир Кузьмин, полный тезка известного певца. Но это, конечно, другой человек. Он журналист из Австралии, газеты «Единение», и он успел встретиться с балеринами, участницами этой труппы, и успел записать их интервью и сделать фотографии, и любезно предоставил свои публикации. После этого тура в Австралию, в котором участвовали ирийские танцоры, в частности, кроме Ванды Гроссен, Игорь Юшкевич, Валентин Жекловский, знаменитый Арвид Озелинч, который долгие годы преподавал в Рижском хореографическом училище, и еще многие другие, многие из них остались потом в Австралии и основали свои балетные школы. Помимо этого, балетные школы основывали наши же латвийские танцоры. Это Артур Пикьер в далеком Буэнос-Айресе, это Аргентина. И, кстати, Артур Пикьер стал самым первым танцором, премьером в театре «Колон» в Буэнос-Айресе. Вообще, история Артура Пикьера – это... Вообще, приключенческий роман – это жизнь в джунглях, переезды из одной страны Латинской Америки в другую. Ну, в общем, это отдельная глава, которую стоит прочитать, потому что это фантастические приключения, совершенно необычные, и звучат как бы, ну, как выдуманная история, хотя она реальная. Например, он был известен в 30-е годы как один из самых талантливейших танцоров латвийского балета. Но внезапно он уехал, получив контракт в Аргентине, он уехал и пропал. И здесь уже ходили слухи, что индейцы в джунглях сняли ему скальп, и он погиб. И вот спустя почти 20 лет он возвращается в Ригу и одному журналисту предоставляет свою историю. Эта история публикуется. Но имя на тот момент как бы возвращается, но оно не получает известности. Вообще, в этой книге я постаралась вытащить очень много забытых имен, которых мы забыли, в том числе основателя вообще латвийского балета Вальдемара Комиссара. 18 лет парню, и он один из тех, кто основывает латвийский балет, первую труппу из 20-30 человек. Это когда, в каком году было? Это в 19-м году, кстати говоря, в следующем году, вот эта дата, как столетие. Бы, если только что отметили 100 лет латвийской оперы, то в следующем году получается 100 лет латвийского балета. Ну, как я уже сказала, эта книга не только о балете, но это и приключения, и это судьбы, это эмиграция. И вот этот фантастический успех и как бы осознание того, как бы феномена русского балета, потому что те, кто из танцоров оставались в этих странах, где до них вообще не имели представления, что такое балет, как делится воспоминаниями Анна Волкова, вот Владимиру Кузьмину в своем интервью. Это, кстати, в 2011 году, еще вот совсем буквально, вот 7 лет назад. Да, но сейчас ее уже нет в живых, вот он успел записать, и она делится своими воспоминаниями. Она говорит, на одном из первых представлений семья, выкупившая билеты по дорогой цене, там в первом ряду, вдруг встает и уходит с
спрашивает, что случилось. Он говорит, а мы все ждем, когда запоют. То есть они не имели представления, что в балете не поют, а только танцуют. Ну, да. Но уже потом, видя вот эти фантастические костюмы, хореографию. Кстати говоря, те, кто придет 1 декабря на встречу, вот посвященную вот это, изданию этой книги, как бы презентации, и там будет и мой рассказ, на большом экране вы увидите этих балерин. Кстати, многие из них это просто фантастической красоты женщины, которые... Я подтверждаю, потому что, да, уже успел посмотреть фотографии. Да, и из австралийского архива в свободном доступе я нашла вот именно те представления, вот эти балетные, фрагменты балетных выступлений 1938 года, где участвовала Иванда Гроссен и рижские танцоры. Они без звука, но я их... озвучила, то есть поставила такую интересную, ну, соответствующую музыку, сколько там мне удалось, но это смотрится очень красиво. В частности, будут представлены уникальные видеосъемки, замедленные на берегу океана, где они просто вот танцоры как бы развлекаются, репетируют, но это настолько красиво на берегу океана, и снимал один из фанатов, который после первых же выступлений просто стал как бы фанатически предан этой труппе. Он снимал множество их выступлений, в частности, не только в театре, но и как бы когда они отдыхали. Это 30-е, да? Это 30-е годы. Это Эван Мюррей, он дерматолог. Он простой дерматолог, но вот он снимал, эти кадры сохранились, вот я их покажу, это очень красиво и интересно, поэтому можно вот все это прочувствовать, эту атмосферу, это, все они молодые, невероятно красивые, и, конечно, там были не просто, конечно, какие-то рабочие отношения. Вспыхивали романы. Вспыхивали романы, интриги, и... как делится впечатлениями здесь Тамара Чинарова-Финч, были и чуть ли не убийства. Боже. Да. Была вспышка ревности между двумя танцорами, когда одна солистка решила остаться в Сиднее, ее партнер был категорически против, он вообще ее хотел выбросить за борт корабля, и... Но это ему, конечно, не удалось, и эту солистку защитили, но единственное, что он смог сделать, он выбросил ее костюмы, украшения в иллюминатор. То есть кипели страсти, помимо всего прочего. Удивительно, я смотрю, что практически они все ведь ровесники революции. У многих дата рождения 17-й год. Да. И это, ну, такие драматические судьбы, потому что все их детство пришлось как раз на самые такие бурные, непонятные годы, когда одна страна прекратила существование, другая появилась, раскололась на независимые страны. И вот куда, что, это же было, наверное, невероятно тяжелое время выбора. Вот как сложилась дальше судьба Ванды Гроссен? Я сейчас расскажу. Да. Ну, если говорить о революционных временах, вот, скажем, Вальдемар Комиссар, основатель, в общем-то, латвийского балета, я пока не нашла точной информации, почему у него такая фамилия, Комиссар или Комиссар или Комиссарс, без буквы «С». Но он только начал заниматься развитием балета, но был призван в армию, он ушел, воевал и даже стал орден Лачплесис, то есть... Ну, да-да-да. Когда пришли, в общем-то, немецкие войска в Ригу, его арестовали, посадили в тюрьму, а в это время должна была быть премьера одного из его спектаклей поставленных. И Язеп Витлс, основатель Латвийской консерватории, который, в общем-то, был одним из основателей латвийской оперы и балета, он добился того, что Комиссарса в наручниках привели, но он присутствовал на премьере.
Вот это тоже один из фактов, который отражен в этой книге. Ну и говоря дальше, вообще, как складывались судьбы, Ван де Гроссен, это тоже, я нашла мемуары ее отца, где он описывает, что дальше с ними случилось, как вообще они уезжали из Латвии. Это тоже, ну, фрагмент из старой книги, как бы такой показательный. И это отражает историю, вот именно, как Олег, ты сказал, вот это перемен. Пришли советские войска, потом Великая Отечественная война и так далее. Да, потому что вот я смотрю, она ведь была солисткой балетной труппы Латвийской национальной оперы вот в 1939-1941 году, но затем вот ей удалось уехать в Европу, и она уже умерла, скорее всего, в Швейцарии. Ну, то да, есть там как-то так. Потому что то, что мне удалось найти, это сведения о том, что она работала в библиотеке ООН, в Швейцарии. Да. ООН. Кстати говоря, Ольга Валентиновна Нехлебаева фон Хойер, супруга сына Яна Хойера, режиссера труппы, она тоже работала в ООН, была гидом и встречалась, в общем-то, даже не встречалась, она присутствовала там в знаменитой ассамблее, когда Хрущев стучал ботинком и так далее. То есть, в принципе, можно сказать, что все-таки русские сезоны, они были не только каким-то, ну, такой яркой вспышкой при Дягилеве, а их все-таки какой-то такой отзвук, и жизнь была гораздо дольше, она продолжалась еще в 30-е годы до самой войны, а затем, в принципе, в Монте-Карло ведь осталась и балетная, ну, труппа, и там... Ну да, если говорить, как продолжались эта история, конечно, как уже мы сказали, работа труппы полковника де Базиля под разными названиями продолжалась около 20 лет. К сожалению, Василий Воскресенский, он также внезапно умер, как, в общем-то, Валерий Игоревич, тоже не выдержало сердце, потому что это была невероятная нагрузка, чтобы все это организовать, разные труппы, костюмы, грузы, визы, паспорта, все это было очень тяжело. У него был первый инфаркт, это 50 какой год, потом второй инфаркт, и, в общем-то, его не стало. Кстати, вот тоже интересный факт. Ну да, он вот, в 51-м да, году вот на его могиле он даже написано: полковник Василий Воскресенский и да здравствует матушка Россия. То есть это говорит о том, что несмотря на то, что он уже развивал балет в эмиграции, но сердце его было, в общем-то, в России до самых последних его дней. И говоря о том, что после окончания работы труппы многие солисты оставались с разных стран мира, и, в общем-то, их студии, по сути, стали как бы фундаментом для последующего развития национальных балетных школ по всему миру. То есть можно говорить и вот об этой какой-то миссии этого, именно вот этой театральной труппы, да, которая, вот проехав по всему миру, она буквально, можно сказать, оплодотворила русским балетом. Да. Допустим, вот скажем, уже заканчивая нашу программу, Артур Пикьер, которого я упомянула, судьба его отца. Ну, мне сложно это все рассказать в двух словах, поэтому в этой книге, если вы ознакомитесь, вы знаете эту историю Артура Пикьера. Так его сын, сейчас я его нашла на Фейсбуке, он руководитель балетной школы в Майами. Сейчас. И, кстати говоря, он стал самым первым латвийским, иностранным танцором латвийского происхождения, который получил золотую медаль, это в 70-е годы прошлого века, на международном конкурсе артистов балета
самый первый. И в этом году, в том году его соперником, как бы конкурентом была Андрис Лиепа. Ну да, это... Так вот, он стал самым первым, но на тот момент, я думаю, мало кто из жюри знал, что, в принципе, эта балетная школа идет от Артура Пикьера, который был, в свою очередь, учеником Александры Федоровой, о которой я упоминала в самом начале. Александра Федорова – это уже Мариинский театр, это русская школа балета, уже конец 19-го, начало 20 века. Еще я не упомянула Эльвиру Роне, это говоря о продолжении этой истории. Эльвира Роне стала соратницей, уже закончив работу как в труппе супруга Анны Павловой Виктора Дандре вместе с Ольгой Спесивцевой. Они тоже упомянуты и много раз в этой книге. Она стала соратницей и продолжателем дела знаменитой балерины Ольги Преображенской. Но эту историю Ольги Преображенской, конечно, можно развивать, потому что мне пришла из Канады еще интереснейшая книга, которую издала латвийская балерина, прима-балерина, которая начинала балет вместе с Вальдемаром Компессаром, Эльвира Роне. И она написала большую книгу воспоминаний об Ольге Преображенской. Маленький обзор этой книги сюда вошел тоже. Но эта работа, как бы, может быть, надо отложить и как-то осмыслить, потому что в этой книге приведены совершенно уникальные сведения. И она была издана в 50-е годы маленьким тиражом на английском языке и вообще на русском языке. Вот этих фактов до этого практически не было. И это первый, как бы, шаг к восстановлению вот этой истории. Ну, и я хочу напомнить, что вся эта история, включая вот Эльвиру Роне, которая ставила спину Рудольфу Нуриеву, 1 декабря в 6 часов вечера вы можете продолжить вот это путешествие в мир балета в книжном магазине «Полярис». Приходите в 6 часов вечера, вы не только услышите, ну, вот рассказ увлекательный Натальи Кетнер, но и увидите, там будут показаны видеоматериалы, которых, к сожалению, вот мы по радио показать не можем, презентации книги с русским балетом «Летом на край света». Огромное спасибо Наталье Кетнер. Говорим сегодня и до встречи. До встречи.